впечатление. Ну, всем запрям добрый вечер всем. Давно в Бровке, наверное, так не разговаривал. Это немножко голос у меня пропал из-за подсказа. Впечатление, сами, наверное, видели многие впечатления, наверное, болельщики дадут какую-то оценку. Поэтому самое главное, что, наверное, не добились результата. Тогда переходим к вопросам. Пожалуйста. Иван Мицкевич, белорусский футбол. Артем Викторович, насколько оцените качество подготовки газона? Знаем мы, что на стадионе была фан-зона Евро, которую сегодня убирали. Успели сотрудники стадиона подготовить газон достойно к матчу? Знаете, смотря с чем сравнивать, если предыдущую игру мы играли в Речице, там, конечно, качество газона намного отличалось. Ну, вы видите, вроде бы, наверное, если сравнивать с весенней частью чемпионата, газон был не очень хорошего качества. Здесь уже как бы для меня, когда я еще раньше играл, мне бы, наверное, газон понравился такой. Спасибо. Еще вопросы? Замена такая вот интересная у вас была. Вместо Сергея Матвеевича выпустили Евгения Шкафку, по сути, вместо защитника выпустили нападающего. Это вот следствие забитого второго Батте гола или готовилась эта замена заранее? Нет, но они же стояли, если вы заметили, уже замена должна была происходить. То есть это до этого были мысли свои, но это была замена, наверное, не по позиции. Если вы заметили, было как раз две замены, двойная была замена. Еще вопросы? И вот еще по замене, в перерыве сняли вы с игры Аблая Мбенга, выпустили Жана Мораля пост, чем связано, с чем связан такой вот ранний уход нападающего? Споря. Ну, во-первых, мы пропустили гол в первом тайме, и хотелось за счет Жана сделать скорость, дать скорость нападения. С этим было связано замена, что мы хотели больше открывания за спину, а Аблай больше работает как бы на мяче. Вячеслав Милунский, белорусский футбол, вы выбрали достаточно дерзкий стиль по сравнению с предыдущим тренером. Это исходя из статуса матча, либо это ваше видение футбола? Ну, как вам сказать, почему дерзкий? Тяжело ответить, во-первых, некорректно, наверное, комментировать действия предыдущего тренера. Как бы был какой-то у нас план на игру, мы хотели его реализовать, но, как видите, не получилось. Еще вопросы? Роман Пачино, белорусский футбол. Душан Бакич в прошлом году жил в энергетике, но после перехода в Динамо при Кучуке он даже не подал заявку. Босс начал пятый план тренера, пошли бы, но он начал появляться прямо на скамейке. Вот насколько нападающий может конкурировать там, с Ващинским, Шкафком, Бентом, с местом на поле? Вы правильно ответили, очень большая конкуренция, надо ее выигрывать. Это как от тренировочного процесса зависит, так и за игр за дубль. Мы его привлекаем, он был у меня в дубле, он играл, я его знаю, как бы даю шансы тоже. Коллеги, еще вопросы? Тогда всем спасибо. Спасибо. Все, спасибо.